Вот есть один, видишь? Вот, а в середке посадки, как раз на границе, живет барсук, который принадлежит и Калининскому району на удачу, и Тимошевскому району. Теперь мы попробуем его на выходе подкараулить, на вечерней зоре, на выходе из норы. Закрыть лицензию. Ну, впереди уже Андреевская балка, Калининская вот эта сторона и заход солнца. Солнце заходит. Один готов. Вот я уже засидку сделал. Сейчас мы здесь сядем и будем смотреть. Может, зайчик прибежит. Посмотрим. Вот он след, вот тут он, я его стрелял, вот он пошел вот сюда, вот следы от дроби, вот тут вторым я его стрелял, вот он упал, крутанулся, здесь лист, вот дробь легла, сюда вот он крутанулся, идем дальше, что тут уже у нас тут получается, вот, ну крови. Крови на следу нет. Крови нет на следу. Идем дальше смотреть. Вот он пошел. Пошел. Вот второй раз я стрелял. Вот он тут после второго выстрела. Ох, как он тут закрутился. Закрутился, вторым я его достал. Вот он тут крутился. А вот и кров появилась. О, хорошо. Хорошо, тут кров прямо крутанулась. Ну тут вот кров. Ну, тут мы его сейчас должны найти, сейчас уже. Посмотрим, где его будем искать. Вот кров. Вот он крутился, садился. Идем дальше. Где же? Вот круг. Так, есть. Вот тут мы уже можем его и найти. Вот он. Отлично. Вот он. Как шел. Вот он и лег. Отлично. Хороший лысачок. Пушистенький. Пушистенький лисочок, хороший.
Ну, пойдем. Перо. Посмотрим. Где он тут у меня? Подожди. Тут далеко его достал. Далеко его достал. Вот дробь легла. Вот дробь легла далеко. И вот он хорошо брызнул. Вот это далеко достал. Отлично. Этот второй зайчик. Отлично. Можно ехать домой. Это охота. Будем смотреть. Куда зверь покажется. Скорее всего, вот отсюда. Куница. Куница. Красавица. Вот это вот засидка. Отлично. Серега, вот слева бей быстро, я не могу стрелять, вот! Ну вот! Нет, быстро! Тут еще енот есть, стойте! Доставай быстрее, быстрее доставай. Быстрее доставай. Доставай, доставай. Доставай. Вот так вот надо охотиться. Блин.